Снова всем здорово, друзья мои. Музычку надо выключить. Так, опять мы трем ладошки. Продаем качественное дизельное топливо. Я знаю, что вы продаете качественное дизельное топливо. Только что заправился, друзья мои. Ну что, недельку я кайфанул, отдохнул, каток залил с горем пополам. Вы все видели, да? Сейчас у меня надо ехать в рейс. Но еду я не в Семеновский район, как обычно вот все ездил. А еду я работать к другим людям в другое место. Все буду показывать, все буду рассказывать. По возможности, только по возможности, друзья мои. Ну, для начала скажу, что еду я сейчас в Уржум. А там у нас в Уржуме очень хорошая уржумская водка, друзья мои. А знаете еще, почему в Уржуме уржумская водка? Потому что там дороги страшные, там такие спуски, подъемы с поворотами. О, это ужас. Ладно, смотрим, друзья мои. Еду я опять в ночь. Ёк-макарёк, блин. Зарекалась свинья в грязь не лезть, да. Зарекался Алексей Юрьевич ночами не ездить. Ну, ничего не поделаешь. Ладно, помчали, как говорится, в бой, друзья мои. Смотрим, не переключаемся и подписываемся на канал обязательно. Примчался я, друзья мои, до Советска. Есть такой у нас городок в Кировской области, город Советск. Советск. Так, где-то у меня были черные печеньки, блин. Куда я их дел? Так, кто видел, кто подскажет мне? Хотел... Ладно, сейчас найду, друзья. Нашел я, короче, черные печеньки. Афроамериканские печенюги. Решил я чайку пивной. Да поделиться одной историей, друзья мои. Чай дома налил. Еду, значит, сейчас еду. Долетаю до Яранска. Опять ледяная. И на заправке на Лукойловской. Знаю, ну, кто в Яранске бывал, знаю, что там есть Лукойловская заправка. Стоит, короче, фура. А я еду с дальним светом, у меня люстра горит, хорошо мне. Вообще мне приятно, встречек нет. И он мне херак дальний свет. Новенький КамАЗик. Я думаю, ничего себе. Я такой думаю, вот это поворот. Ладно, что я сделал? Я остановился, оделся. К нему подхожу, сидит молодой парень. Я говорю, ты что, паразит, делаешь? Тут разве так делается? Ответ меня, ребята, убил. Напрочь. Ты, говорит, меня ослепил. А он сидит на спальнике. Ты, говорит, меня ослепил. Я говорю, так ты глаза закрой. Ослепил меня еще. Ты зачем едешь с дальним светом? Я говорю, ты ненормальный, что ли? Ни встречах нет, никого нет. Ё-моё, я как должен ехать? Может, мне вообще свет выключить? Ты меня ослепил. Я говорю, глаза закрой. Или отвернись. Потом, говорит, не буду, говорит, я отворачиваться. Я говорю, ты себя поставь на мое место. Ты сейчас поедешь, а я остановлюсь, встану, на обочине буду стоять, просто курить. Вот я еще спать не лег, шторы не задернул, ты меня ослепил, я тебе дальний включу. И тут до него дошло, что он неправильно сделал. Извини, извини, говорит. Ё-моё, блин. Ладно. Ну, всякое бывает в жизни, да. Ну, давайте немножечко будем более рассудительными. Я-то тоже немного накосячил.
Я когда, короче, у заправки-то остановился, херак, дверь открыл, ну, оделся уже почти, и дверь открыл. Фура пролетает, у меня чуть дверь не снесла. Ё-моё, блин. Сейчас бы влетел на ремонт фуры и на замену кабины. А, на замену двери. Нифига себе. Это что, в Уржум-то еще легковая машина даже поехала. Чудеса какие. Но... Один раз тоже была такая история. Блин, я не знаю. Тоже, ну там девушка принимала участие, да, в этой истории. А, еду я, по-моему, была, у меня была еще машина, да, Мазда была праворукая. Я полетел в Киров. Еду, какую-то машинку обгоняю, не помню, какая-то легковушка. И она едет на дальнем свете и едет, едет и едет. А я как бы, что-то я не знаю, что я тогда не быстро ехал. Или машина там, ну не знаю, не суть. Я, короче, еду, и она все слепит меня дальним. Я аварийку включил. Нифига. Я прижимаюсь вправо. На аварийке. Она обгоняет машина. И потом что-то раз тоже вправо прижалась. Я подъезжаю, окно, ну, с правой стороны я ее объехал. И я с водительской стороны, с правой стороны на праворукой машине. У нее слева, да? Я на канал открываю, и там сидит девушка. Я говорю, девушка, ты зачем на дальнем свете едешь? А что? Я говорю, ну надо переключиться. А зачем это я должна переключаться? У меня у жены тогда прав не было, она и то охренела, нихера, говорит себе. Я говорю, ну, в принципе, когда вас машина обгоняет, вы должны переключиться, в принципе, это закон. Ё-моё, преподаватели в автошколах, ну вы немножечко, блин, как бы, преподавайте, чё такое-то, это... Вы зачем таких людей на дорогу-то выпускаете, а, друзья мои? Чудеса среди бегущих. Сейчас ехал в этой, блин, в пижанке. Чуть башку у меня не оторвало нахер. Я, блин, ну ничего, мигает и мигает этот светофорчик. Ну ладно, благо тоже там... Эти полицейские не сильно высокие. Я забыл совсем про них. Да я давно здесь не ездил просто. Как меня, короче, подкинуло. Как башкой. Ну, сюда не это. Люстру не сломал. Ё-моё, блин. Это чудеса, ребята. Это просто чудеса. А там, в этой пижанке, какая-то была странная полицейская реформа. Там их с десяток, наверное, этих полицейских лежачек. Они не высокие, но широкие, длинные. Ё-моё. Полицейская реформа у них прошла какая-то очень странная. Чё, блин, у меня кто печеньку-то ел? Или это я не доел, положил? Так, а что мне осталось еще? Сколько ехать-то? Сейчас скажу вам. Я посмотрел сегодня в этом навигаторе. Ну, в интернете. До Уржума 220 километров от Кикнура. 120 я проехал. 100 километров осталось. Ну там еще от Уржума на километров 15-20 ехать. Где-то так. Уржумским подписчикам привет. Кто у нас с Уржума? Как там водочка уржумская?
про последнюю песню и гоним дальше. Ну, с этим-то. Парень-то вообще, он меня просто поразил. Поразил насмерть. Ты ведь меня ослепил. Я говорю, ты закрой глаза. Это просто чудеса. Ну, понятно, что не нравится люстра. Базара нет. Друзья мои, я же не постоянно не езжу, правильно? Она с дальним. Я даже, когда еду, раз, огоньки, я переключаюсь сразу же. Пофиг там, что очень-очень далеко машина. Переключаюсь заранее. Ну, по крайней мере, стараюсь. Так, а что мне? В кружечку-то надо будет сейчас чайку налить. Я, кстати, дома термосок набрал. Набрал кипяточку термосок. Термосок кипятка. Такие вот, друзья, мои дела. Ладно. Допиваю я чаек. Да и мчусь дальше. А там будем грузиться фанерой. И фанеру мы повезем в котельнич, по-моему. По предварительным данным, друзья мои. Давайте, не переключайтесь, смотрим. Бедный заяц, с ума сходит. Не знаю, откуда деться. О, прискочил еще быстрее. Гони, заяц, гони. О, блин, кто вперед, того черед. Ладно, заяц, заяц. Где-то нам тут надо налево поворачивать вроде бы. Ага, вон лесопилка. Все, заяц убежал. И сидит. Круто, да? Так, что там по схеме? По схеме нам, ребята, налево надо поворачивать. Как будто бы. Не знаю. Ага, вот так, где-то штабеля есть. Что-то тут штабеля-то какие-то не березовые. Липа. Липа или осина. Ага, вот это вот где-то береза. Вот это вот фанера, что береза с правой стороны. Ну да. Фанера. Ну что, друзья мои, прибыл я на место. Ох, даже зайца погонял. Зайчатинги бы сейчас порубали бы. Ладно. Ой, закрыл. Закрыл камеру-то. Ладно, зайчик тоже человек, пусть живет, да? Ха-ха. Так, прибыл я. Времени у нас сколько? Времени 3 часа. Подъем у меня в 6. Да, ну, это неплохо.
Сейчас остановка запустится. И спать я лягу. Давайте, всем спокойной ночи, друзья мои. Завтра увидимся. Всем доброе утро, друзья мои. Проснулся я сегодня в уржумской стороне. Приехал я вчера, наверное, часа в три. Блин, катался. Ну, нашел, короче, все. Все, никуда. Никуда лишнего не уехал. Смотрим. Смотрите, у них тут вон заправка виднеется. Колонки стоят. Там лесопилки какие-то. Штабеля. Соответственно. Так, чай умылся, чаю попил. Ха, опять с этой. С черной печенькой. Надо доедать, куда деваться. Так, фишка меня грузит. Видно вон, да? Повезем фанеру на котельнич, друзья мои. Куда-то на тупик. На тупик. На тупиковую улицу. Да, дорога, скажу я вам, ребята, здесь не ахти, не ахти. Давно я по таким дорогам не ездил. Какая-то грунтовка, что ли, приподнята. Наверное, грунтовка. Ну, как бы грязи нет. Грязи нет, но вы держитесь. Снега бы поднавалило, конечно, здесь бы хорошо закатали бы все. А так снега маловато и кочка ямы, яма кочки. Не знаю, тут, короче, какая-то деревня, не деревня. Где-то вообще километров 25 от Уржума я отъехал. Такие вот дела. Дорога, скажу я вам, ребята. Тут только пьяному, короче, гонять. Обалдеть, блин. Я уже... Вот я в этой стороне второй раз. Первый раз я, когда трактор продавал, сюда я увез трактор. В Малмыш я увез. В Малмыш. Малмыш или Малмышский район ли? Вот, в Уржум тоже я проезжал, проехал Уржум и в Малмыже, короче, выгрузил его трактор. Это ужас. Тут не дорога, тут я не знаю. Тут просто какие-то форменные чудеса. Почему я еще раз оговорюсь, друзья мои, почему и водка-то у нас уржумская? Да потому что здесь трезвому страшно ездить, ё-моё, блин. Это просто, я не знаю. Повороты, спуски. Прямо на спуске, на одном спуске, я не знаю, а 125 поворотов, наверное. Да, тоже здесь все разрушено, колхоз. Смотрите. Ну, ничего нет. КЗС развалины стоит. Там он, ох, вон ту бы бочку мне стыбзить, друзья мои. Вон бочка стоит. Из-под бензика, наверное. Да как ее взорвать бы? Хо-хо-хо-хо. Тут вон какое-то сооружение, не знаю, на металлолом. Что не режут? Непонятно же. Ну и там вон 2,5 дома. Вот и все. Ладно, сейчас я погружаюсь и... Ох, застегнуться надо, ветер дует прямо в глаз. Ох, ну, корюк, чуть застегнулся, по-моему, неправильно. Ладно, перезастегнемся попозже, попозже. Ладно, ветер дует, ребята, сейчас я, короче, загружаюсь и... Поеду и все вам покажу, блин, все вот эти вот достопримечательные места. Кстати говоря, места здесь, ребята, красивые, наикрасивейшие. Но я ночью въехал, ничего не видел. Все, не прошло, короче, и 2 часов, как меня погрузили. Ох, ребята, на улице, смотрите, какая, не... Снег идет.
Короче, снег пошел. Ё-моё, блин. Это просто вообще, короче, капец какой-то. Так, заяц, где вчера я тут зайца гонял? Сегодня еще увидим, не увидим зайца. Блин, тут дорога такая фиговская, надо ехать из посуда. Ехать на аккуратно. Ох, ребята, погрузили кое-как меня с горем пополам. Главное, погрузили. И снег пошел еще. Сначала, короче, нормально все было. Фискарей сгрузил, вроде грузил. Но он еще выбирает. О, как-то получше, поярче стало. Выбирает, короче. Машину погрузил. И в этот момент пошел снег, и у него замерзли руки, и он, наверное, весь замерз. И все, друзья мои. И у него перестала установка слушаться. Ёк-макарёк, ну погрузил парень, блин. 2 часа грузил, ровно 2 часа. 8 начали, сейчас 5:11. Все, я увязался, завязался и помчался. Тут какой-то колхоз, похоже. Ладно, все, давайте мчимся, волосы назад. Ох, ребята, страшная дорога. Сейчас я вам все покажу. Ну, увидите. Вот смотрите, друзья мои. Местность красивая какая. Такие, блин, я не знаю, горы, овраги, леса кругом, а дорога, капец, блин, плохая. Дороги вообще, можно сказать, нету. А так, на самом деле, тут красиво. Ох, с этих горок на салаз, как бы, блин, махнуть. А, наверное, не остановить бы до следующей горы. Красота среди бегущих. На ватрушке надо. Там он вдалеке. Смотрите-ка. И вдалеке вон слева дорога поднимается. Сейчас будет спуск. Спуск, подъем. Спуск, поворот и подъем. Ёрики, макарёрики. Да, занесла меня нелегкая. Семенове у нас работы немножечко приостановили нам работенку. Ну, временно. Надо сделать там запас, говорит, хороший. Сейчас до Нового года, наверное, здесь покатаемся. А там видно будет дальше. Как говорится, друзья мои, не загадывай вперед, как Бог приведет. До Уржума вот здесь вот, ну что, 25 километров от Уржума я 25 километров отъехал на погрузку. Дороги вообще, дорога плохая. Она как бы есть, но ее как бы нет. Ну, знаете что, понравилось в одном месте, вот там такой спуск, подъем капитальный. И дорога-то вся щебенчатая. Не щебенчатая она. Да она вообще непонятно какая. Такой овраг. И там шлаком посыпали сразу, сходу, прямо с утра. Я вчера вечером еще ехал, там шлака не было никакого. А сегодня выехал, уже все шлаком посыпано. И там село Буйское. Вот там... уходил я не по главной, а направо. И там тоже перекресток, такой большой перекресток, тоже посыпали. Ну, вот этим шлаком. Шлак, камни, там вот эта вся фигня от кочегарки. Еду на 4-й пониженной. Сейчас вот надо бы разгоняться, чтобы в подъем вылететь. А фиг не разгонишься. Такая дорога очень, короче, ужасная. Трясет
как его окочку. Друзья мои. О, там, короче, КамАЗик какой-то внизу стоит. Наверное, дорожник. Дорожник, наверное, приостановился. Да, блин, была бы здесь дорога конкретная. Сейчас бы только швырки уже наверху были бы. О, газелька, он несется, хлебовозка. Парень в зеленой жилетке сидит и в зеленой маске. Да, друзья мои, без тормозов, короче, вам здесь вообще делать нечего. И без бутылки водки. Если едете в Уржум, или как он, Уржумский район, ребята, запасайтесь этими тормозами и водкой. Без водки здесь вообще никак. Никуда. Никуда. Страшное дело по таким дорогам ездить. О. Нырки, нырочки. Ну, что-то мужик-то, я не знаю, что делает. Отогревает, что ли. Замерз. Становимся, поди спросим. Ты чё, побеседовать остановился в беседке-то? А, вон чё. Тормоза сведи. Всё ясно. Ну смотри, чтоб не лопнул. Барабан, говорит, греется. Стоит, обливает водой. А, смотри-ка, тут, наверное, этот святой, наверное, источник. Он решил барабан святой водичкой облить. Где бы он набрал целое ведро воды? Только слить с этого, с радиатора. Ха-ха. Все, смотрите, какой подъемчик. Небольшой, ну и не маленький. Починок луначарский. Что такое починок? Починки какие-то. И не разгонишься, блин. Ну ладно, есть же у нас пониженная передача. Оп. Я сразу вторую пониженную врублю. На пониженной подниматься. Вот такие вот дела. Несемся на второй передаче. Блин, ё-моё, ветер в харю, а я шпарю. Босиком по клеверу, да? Ё-покарё. Тяжело. По таким дорогам ездить тяжело, реально тяжело. По трассе шпаришь, дуешь и дуешь. А по таким дорогам тяжело. А еще и вот такие вот спуски, подъемы. Ну, по таким дорогам надо ездить на мазах, чтобы было 400 коней под капотом, под кабиной. Вот как дунул. Вот смотрите, сейчас тоже покажу чуть-чуть. Видите, такой оттенок серого, друзья мои. Это, короче, тоже посыпали этот. Шлаком посыпали. Ну, с другой стороны, может, это и лучше, потому что посыпали-то шлаком. А не солью, песок с солью. Но здесь и так дорога-то, видите, как бы она не то, что нехорошая, она вообще херовая. Асфальт старый-старый. О-хо-хо. А если
солью-то посыпать. Оно же вообще будет капец полный. Тут подтает, где яма, там оттает. Где бугор, там не оттает. Это 100%. И все. И начнутся такие. На первой, блин, поедешь. Колдоёб, иной. Извиняюсь за выражение. Ладно, давайте, друзья мои, включимся дальше. Включусь, короче, я в буржуме. Опять это слово паразит. Ладно, что делать-то? Без них никак. Как мне один написал комментарий, подписчик. Что, говорит, ты паришься, вообще, говорит, не парься. Как без них? Вот и я думаю, а как без словов паразитов? Как без словов паразитов-то, друзья мои? Смотри, как церковь впереди. Сейчас покажу. Блин, опять спуск. 8%. Ё-моё! Да я ночью ехал, не видел, какую тут церковь. В стороне она осталась. А может быть, знаете что, может быть и к лучшему, что не видел. Потому что мне друг объяснял, Вовчик, что доезжаешь до церкви и налево. Ой, да, налево. Нет, направо, ё-моё. Если бы я эту церковь увидел ночью, я бы вот здесь направо уехал. Как-то я удачно ее не заметил. А где здесь направо-то поворот-то есть? Нет. Так, поворота направо нет, но я бы все равно уехал. О, Архангельская. Идем в Архангельске. Подписчики у меня в Архангельске есть или нет? Интересно бы знать. Видео, спуск, спуск. Дорога плохая. И херак, подъем, подъем. Да, она в стороне ее, ну что. О, река Буй. Река Буй. Оп, подпрыгнули. На мостиках, оп, подпрыгнули. Оп, с мостика так тихонечко спрыгнули. Вот как тут разогнаться? На четвертой едешь, пониженной, с горем пополам. Вот сейчас повышенную включил. Все, Алексей Юрьевич, включайте, пожалуйста, третью пониженную. Ладно, третью повышенную включу. Ух, ребята, опять леса, леса, кругом леса. Все, вторую давайте сразу же пониженную. Так, тихонько-тихонько крадемся. Крадется, да? Ладно, все, ребята. Давайте включимся на спусках в Арбаже. Включимся в Арбаже, друзья мои.